Вот они, дельфинчики-то где. Ой, мои красавчики. Вот они, вот они. Вот они. О, ой, красавчики. Вот они, мои красавчики. Они говорят, ну что, плывем потихонечку. Красота. До Каталины осталось недолго. О, впереди остров. Каталина Айленд. Вот у нас снаряжение. И доска надувная есть у нас. С веслом будем ходить. Такая вот красота. Подошли. Красота. Рыболовный катерок небольшой. Впереди по курсу рыбацкое судно, а это Eagle Rock. Посмотрим, если здесь есть орлы. Victory, рыбацкий кораблик, коммерческий. Не знаю, если они смогут здесь поймать что-то. Вероятно, смогут. Крутят, крутят, забрасывают. Интересно. Я не вижу ничего, если бы они что-то поймали. Сколько же мирового океана у нас здесь. Это же ужас. На каяке пойдем плавать сегодня. Заходим в бухту, так называемую Cat Harbor. Красиво. Орлы обычно наверху. Сейчас я их не вижу. Но должны быть. Yes, sir! Сматывать удочки надо. Капитан распорядился. Del Rey Yacht Club. Зайдем в туалет. Попользуемся. Здесь будем мы шарк-шоу смотреть завтра. Если рыбу поймаем. Вот. Вот еще пару каяков. Да, кстати, открыто. Вода исключительно чистенькая такая. Красавица. Красивая вода. Вообще чистяк. Здесь люди со своих катеров подходят, швартуются, идут продукты покупают или там что-то в ресторан идут. Это Harbor Patrol. Нашу марину здесь патрулируют вокруг. Ну и заодно, по-моему, они людей возят периодически туда-сюда. Со стороны в сторону. Это как такси тоже они работают. Не так их много. Hello! Люди со своей лодки спустились, наверное, едут в ресторан, в кафе, кафетерию, чай попить, кофе. Здесь заправка была, я не знаю, закрыли они. Это можно помыть под давлением машину, ой, это машина, катер свой, педалборд. Fantastic. We're 34. We should fit over there.
какой красивый пляж здесь. Вода, прилив близко подходит. Красота. И выходит луна. Смотрите, какого размера. Прям рядышком здесь. Обалдеть. Выход в океан, в открытый, из нашей бухты, если смотреть прямо. Да. Класс. Практически полная луна сегодня. Полнолуние. Засветился наш клуб. Люди передвигаются, палатки поставили с той стороны. Все-таки хочу дождаться выхода полной луны. Буквально несколько секунд. Может быть 10, 20, 20 секунд. Медленно выходит. Самое интересное, солнце зашло с этой стороны. Оно еще зарево не ушло. А луна выходит. Слетаем или так будем стоять? Как дела, красавчик? А? Взлетай! Какие здесь скалы, а? Когда мощная волна, она создает вот эти причудливые рельефы. Вау! Early morning, ребята! Early morning! Океан! Так, близи... Вот она! Ай-яй-яй, ребята, что-то там есть у нас. Ай-яй-яй, вау, мощная барракуда. Тихо, ребяточки, барракудочки. Как нам ее теперь снимать с крючка? Тихо. Блин, барракуда. Хорошие, ребята. Неплохой вариант. Как говорится. Но я не могу зацепиться. Оп. Ушел барракуда. Отлично. Барракуду поймал. Нормальная тема. А? Какая тут прелесть. Вау. А вот она. Мощная поклевка. Она маленькая рыбка. Не знаю. О, как она тянет. Смотри-ка. Что там у нас интересный? Так, опа, о, вот она, что-то, скумбрия, скумбряха, скумбрия, класс, красота, смотрите, такая у нас, опа-па, иди сюда, иди к папочке, иди к папочке. Чуть мы ее. Тихо, тихо. Тихо, хорошая. Видал? Эй, привет, толстолобик. Долбасит, будь здоров. А. Ха.
с таким звуком классным, то блесним. Тянем, потянем на катушечке. По низу можно, можно по верху. Сейчас посмотрим, если подойдет какая рыба. Оп! Ай-яй-яй! Вот так! Опа! Вау, мощный, смотри какой! Опа! Опа! Ага! Ха-ха-ха! Ай-яй-яй! Привет, барракуда! Барракуда, барракуда, как тебе достать? Надо снять тебя. Не бейся сильно. Отпустил барракудку. Будет удар. Она нас туда прям толкает, затягивает потихонечку. На каяке несложно вырулить. Подальше отойти. О! Вау! Ну ладно. Поплыли чуть-чуть дальше, пройдем. Сейчас еще будет удар. Что-то еще поймали. Ха! Эти классные рыбы у нас всегда ловятся. Ха! Барракуда! Опять барракуду поймал. Е-мое. Сколько можно за барракудами охотиться. Смотрите, как водный мир. Помидоры растут. Черри маленькие такие. Лук зеленый. Все в горшках. Да, я везу! Подтяните. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Какую вы хотите рыбу? Да, я такую есть. Скажи вот так, чтобы мы не разъединились. Давай. Может, давайте. Надо? Давайте. Вот так сделаем. Смотри, я подумал, так. Да. Вот так. Вот. Рассоединяемся. О, вот это я понимаю движок. А у меня съемка идет, нет? Нет. А, идет. Плывем потихоньку. По морям, по волнам, как говорится. Нынче здесь, завтра там.
Берега, конечно, категорически красивые. Вот такие вот у нас рыбешки есть. Смотри, как классно. Это скумбрия. Пеликан на порт. Вау! Ребята! Очень красиво! Вау! Просто классно! Сказочно красиво! Ну что, наше замечательное путешествие подходит к концу. Теперь 6 часов до Лос-Анджелеса, где паркуется наша яхта. Обойдем остров немножко здесь полукругом и напрямую пойдем. Подписывайтесь на канал, не забывайте, тогда вы не пропустите очередные видео интересные.